Добрый день. 30 марта. Последний торговый день марта. Значит, но это видео не связано с последним днем и вообще с мартом. А связан он с построением, я бы сказал, низкочастотного робота по опционам. Что значит низкочастотного? Что он торгуется достаточно редко. Ну, если сравнивать роботы на опционах и на акциях или на индексах, то там и так разница на порядок. Опционы медленнее, естественно, и роботы медленнее на порядок. А может и на два. То вот как бы из опционных роботов я бы это назвал еще и низкочастотный робот, который торгует редко. Значит, принцип его состоит в следующем. На примере нефти, потому что на нефти практически результаты есть больше года, то есть достаточно убедительно там статистика показывает, что это играет, и теперь это надо формализовать и перевести в программу. Значит, принцип следующий. Так, ну тут тестовый снейк. Значит, смотрим улыбку волатильности, и на ней, в общем-то, все, весь принцип и находится. А принцип следующий. Ну, вот это текущая улыбка волатильности, имплайт волатильности на опционах на нефти. Значит, принцип состоит в том, что в математической модели Блэка-Шолеса, которая считает опционы, ничего про улыбку волатильности не сказано. То есть ее там, в общем-то говоря, и не должно быть. Но она существует. Значит, ну, правдоподобная версия, почему она существует, это, значит, что рынок как бы быстрее падает. Ну, для фонда, во всяком случае, рынка это правдоподобно, что рынок падает гораздо быстрее, чем растет. Ну, вот, например, на нефти бывает, сейчас нет, улыбка в обе стороны. То есть, если таким образом трактовать, то это значит, что нефть быстрее растет и быстрее падает, чем стоит. Буквально в смысле это означает. Но как бы количественного метода решения, ну, определения, сколько, какова должна быть улыбка сейчас, нету. То есть я считаю, что в большей степени это регулируется ожиданиями большого количества участников. А это есть вещь психологическая, точному количественному анализу пока не поддается. Это значит, что оно постоянно врет. Ну, там плюс, минус врет. И мы постоянно имеем дело с некоторой неправильностью рынка. Вопрос, она больше или меньше. Значит, и принцип состоит в том, что поскольку вот теоретически волатильность, implied волатильность должна быть ровная, то это значит, что вот эти вот в этой зоне опционы слишком дорогие, а в этой нормальной. Это заманье, естественно, всегда считается корректным, потому что там и ликвидность, там и рынок, и большее количество участников. Так, куда ж ты пошел? Ну вот и здрасте. Так, минуточку. А, ну вот. Значит, поэтому принцип очень простой. Здесь надо покупать, здесь продавать. Максимальная неправильность рынка, естественно, состоит в том, что здесь по центру вы покупаете, а там далеко продаете. Но если, например, регулироваться дельтой, а как бы я стараюсь как раз относительно дельты это все делать, то там количество опционов будет, коэффициент опционов будет очень большой, проданных. На один куплен, например, там 20 проданных, что просто увеличивает вега-риск. Кроме дельты, там еще есть и вега-риск. Вот. Поэтому такие более-менее рискованные, более оптимальные комбинации, их, в общем-то, пока я вижу две. Это, собственно, известная техника ratio spread. Один покупаешь, два продаешь. Ну, или три продаешь. Ну, и опционная змея, так называемая. Это когда просто проданный опцион третий.
третья нога, она выносится дальше, что можно называть более консервативным вариантом. Значит, низкочастотность такого робота, в отличие от, скажем так, частотного робота опционного, состоит в том, что на вот этой кривой можно играть по другому принципу. То есть, если я сам принцип усомневаю в наличии улыбки волатильности, как бы системная торговля, и в этом плане ее можно круглогодично эксплуатировать, только единственное, можно менять размер позиции в зависимости, естественно, от улыбки волатильности. Больше улыбка — выгоднее, больше открыть позицию. Меньше — меньше. Если крупным планом взять улыбку волатильности, чего, например, Option View не позволяет, то, естественно, модели, ну, опционы, реальные опционы в течение дня, они от некоторой средней линии улыбки волатильности отклоняются. Поэтому это может быть на этом принципе построен частотный опционный робот, если он может рисовать, ну, там, методом аппроксимации или еще каким-то, восстанавливать всю текущую улыбку волатильности, как бы условно говоря, справедливую на настоящий момент, и цены некоторых страйков отклоняются, то, естественно, это может покупать и продавать. Что, наверное, допустим, на российском рынке благополучно, да, наверное, и на американском благополучно используется роботами на опционах. Вот. Но я сейчас говорю не об этом случае, а о, так сказать, редком долгосрочной инвестиции и низкочастотном роботе. Значит, варианта возможны два. В связи с чем еще и появился этот мысль записать этот видео. Значит, первый вариант — это тот, который ближе к реальности. Это когда используются 4 шага или шага для ввода, входа или выстроения полной конструкции. Она состоит в том, что это двойной ratio spread, получается, на первом месяце и на втором. Ну, в данном случае июль и август. Одинаковый у них профиль. Если мы их объединяем, то и, собственно, профиль там сильно не меняется. Значит, чем он хорош? Его проще технически реализовать на рынке, потому что две ноги открывается ratio spread, а не три. Он более доходен, правда, и более агрессивен, потому что у него профиль, в отличие от опционной змеи, выше, и потенциал плюса максимального тоже выше. Значит, вход в робот, в такой робот, он предусматривает аж 4 шага. Первый — это, значит, открытие дальнего ratio spread на ближнем месяце, потом регулировка, значит, потом построение меньшего размера по ratio spread ближе к рынку, затем третий шаг — дальний ratio spread на втором месяце, и потом второй ratio spread на втором месяце. То есть 4 шага, и еще на каждом регулировки по дельте. Их я как бы сейчас тоже оставляю за скобки. Это вещь необходимая, но это еще и плюсом. Вот. 4 шага — это многовато. Хотя вот на практических счетах оно как раз эволюционным путем как раз от опционной змеи сдрейфовало вот в эту сторону. Ну, просто, наверное, из соображений того, что проще открываться. Ну, вот если посмотреть там счет, например, вот этот, да, то вот он реально выглядит вот таким образом. Поскольку он все время меняется, там балансируется. А принцип следующий. Должна быть пологая часть, где находится рынок фьючерса. Причем должна быть вот здесь, в данном случае, рынок, поскольку падал 2 дня, он просто подошел к основанию вот этой прибыльной зоны, горы, она же является хеджем. На самом деле оптимальный вариант — он вот здесь должен находиться. Таким образом дистанцироваться надо от рынка. И там постоянно капает тета. И, в общем-то, вот в этой зоне происходит активная работа. Кроме некоторых случаев. Ну, соответственно, если рынок уходит сюда, здесь просто переносятся опционы, тут никаких проблем. А, значит, если рынок сюда заходит, это как бы нестандартный случай. Это зона повышенной прибыли. И вот сейчас она, вот если нефть идет сюда, ниже пойдет, там на 100, 95, то такой вариант возможен.
Но, соответственно, несет дополнительные риски. Там быстрее дельта меняется. И когда она уж совсем сильно летит сюда, ну тогда, соответственно, позицию надо уменьшать. Значит, и второй вариант для робота, я думаю, что с него-то как раз и имеет смысл начать, это... Так, это Snake 2. Ну да, здесь я беру те же месяца на те же деньги. Вот можно, кстати, сравнить Дельта 16, то есть я как бы не стал балансировать, просто сравнить. Маржа практически 20 тысяч змей на двух местах. Тета 140, на Вега 623. Вот надо записать. 140, 623. 16 дельта. И с первым вариантом, более агрессивным. Значит, тут маржа тоже почти 20, в этом они равны. Дельта 20, то есть тут они тоже равны. Тета 148, практически совпало. И Вега 659. То есть на самом деле одна и другая по вот этой вот, не по экспертационной линии, а по вот этой вот текущей, сегодняшней, они очень близки. Кстати, можно даже их, может, и совместить. Сейчас. Угу. Нет, совместить не получается. Ну ладно, значит, здесь, соответственно, два входа для робота. Первое, он входит змеей на первом месяце. Вот такая вот змея. Соответственно, она может быть ниже, выше. Но одним движением, одним лимитом. Второе, он делает то же самое на втором. Ну, с интервалом. И все. И... Значит, как бы здесь для него первый описать надо шаг. Это вход первой змеи, второй шаг. Он, принципы те же самые. И регулировки между ними. Поэтому я думаю, что проще начинать с вот этого варианта. Здесь меньше этапов и, соответственно, меньше условий. Значит, регулировки по... Как это можно было бы формализовать? Вот за март важное понимание наступило, что дельта на самом деле не должна быть нейтральной для такой позиции. Она должна быть ну, как бы слабо вот для, если мы говорим про путы, путовскую змею, то она должна быть отрицательной. То есть Вега должна быть компенсировать. И, кстати, год назад я об этом говорил, как некоторую идею. Сейчас это уже я понял, что надо как принцип реализовывать. То есть надо найти центральную дельту. Не нулевую дельту, как, например, показывает это Option View там, или другие опционные программы, а именно ту, которая устроит с точки зрения риск. Вот в реальном счете это где-то минус 3, минус там, 5, минус 7. Вот в этой зоне. Это центральная зона. И второй момент это... Ну и, соответственно, робот должен сумму опционов постоянно сводить к центральной зоне. И второй момент это диапазон. Диапазон разброса дельты. Значит, она, естественно, должна иметь такой диапазон, когда делать ничего не надо. Иначе просто постоянно нужно будет открывать. А там очень просто посчитать, что один опцион купить, а потом продать. Ну, по крайней мере, вы потеряете пол спреда и комиссия. Но это если уж не по рынку, как бы по лимитам вошли, вышли. То есть, ну, для опционов на нефть это 20 долларов. То есть, если 5 раз сделать такие вещи, ну, часто просто торговать, это примерно потери такого плана, они уже порядка 100 долларов. При том, что тета, например, вот тех позиций, что я показывал, они тоже порядка, ну, 140 вот это. Это съедает тету за день. Поэтому такая торговля, она имеет определенную частоту, не, выше которой она просто перестает быть рентабельной. Кроме случаев, когда используется еще и принцип отклонения от улыбки волатильности. Там другое дело. Если, например, опцион стоит 120 долларов, а вы знаете, что он должен стоить 100 долларов, вы его продаете за 120 и 20
ну, мысленно ложите в карман. На самом деле вы должны его захеджировать как-то, а потом спустя какое-то время оно и реализуется. Вот. Но реализовывать сейчас два принципа в одном роботе, то есть долгосрочная, ну или как низкочастотная торговля и высокочастотная, я бы не стал. Это может быть потом. Сейчас самое простое. Есть позиция, которая, значит, должна жить следующим образом. Определяется змея, открывается змея в интервале, ну, там от 90 там, до 110 дней первая. Потом спустя 2 недели открывается вторая. Потом спустя, наверное, уже 3 недели или 4 недели закрывается первая, открывается третья. Ну и так далее. То есть они просто так друг друга должны начинать менять. Можно, конечно, использовать и 3 параллельно змеи, но это просто усложняет. На практике, ну, как бы 2 месяцев вполне достаточно, чтобы они усредняли греки, усредняли, ну, как бы, общую позицию. Хотя, конечно, с точки зрения роботизирования можно значительно больше месяцев использовать, и это еще больше усреднит все греки, и в том числе и вегариск. Потому что на фьючерсах, на фьючерсах прежде всего есть эффект контанг, бэквардейшн, то есть когда следующие месяца, например, сейчас текущая волатильность низкая, а будущая высокая, и в общем-то тогда выгоднее брать те будущие месяцы. И наоборот, когда очень волатильность подскакивает, будущие фьючерсы, они ниже. Вот. Но это тоже как бы ход уже следующего развития робота. Пока хотя бы построение как бы непрерывно заменяемых опционных змей. Вот. Ну, пока вроде бы соображение все. Значит, как бы регулировки идут по дельте. Определяется центральная дельта позиции. Причем она в зависимости от, ну вот по практике, в зависимости от периода, оно тоже может смещаться. То есть, если волатильность, реальная волатильность растет рынка, то имеет смысл ее сместить, ну, в сторону риска, чтобы она больше защищала. Ну, грубо говоря, было минус 3, стало минус 5. Если рынок наоборот успокаивается, то ее можно наоборот ближе смещать к нулю. Это первое. И второе, что диапазон отклонения дельты, он задается размером самой позиции. То есть на практике я посмотрел примерно диапазон, ну как бы тот, который используем, он 2-3%, плюс-минус 2-3% от проданных опционов. Ну вот есть купленные, есть проданные. Если, например, дельта проданных опционов 100, то это значит, дельту допускаете плюс-минус 3. Если 1000 дельта, плюс-минус 30. Если 10 тысяч, плюс-минус 300. Вот таким образом. Ну вот пока все. Спасибо.